Это самый молодой театр Ленинграда. И вовсе не потому, что отроду ему всего 7 лет. Мюзик-холл – это молодежная труппа, возраст которой в среднем составляет 23 года. Это энергичная комсомольская организация с непременной политучебой, лекциями на самые различные темы, стенными газетами и веселыми капустниками. Это дружелюбие и поддержка по отношению к вновь пришедшим в театр молодым коллегам. В антракте мы подходим к Сергею Захарову. Мое знакомство с Ленинградским мюзик-холлом произошло оно во время гастролей театра в Москве. Я пришел в концертный зал «Россия», где проходил спектакль. Ну, а потом зашел за кулисы прямо к художественному руководителю Илье Яковлевичу Рахлину и главному дирижеру Горковенко. Они прослушали меня и сказали: «Работай». Вот я и работаю. А ты прощай, кирпичный город, от суеты, от маяты, меня сегодня тянет в горы, куда на плечи высоты. На вершине вспоминай твои прощальные глаза, и ты, любовь моя земная, сойди ко мне. В конце августа Ленинградский мюзик-холл закончил свой сезон. Но не закончился он для героини спектакля «Миллион новобрачных» солистки мюзик-холла Ольги Вардашевой,
Ольга вместе со своими коллегами Любовью Бажиной и Геннадием Бойко выступит в концертах, которые организует берлинское телевидение. Накануне отъезда мы записали интервью с Ольгой Вардашевой. Ольга работает в мюзик-холле с момента его основания. Я пришла в мюзик-холл, чтобы стать певицей. И действительно, поначалу в спектакле только пела.